с работы не ходил. На первом татами победил Никола Саенко, Украина. At match one, the winner is from Ukraine, Саенко Микола. И на татами один в весовой категории 60 кг приглашаются спортсмены из Украины. Бобер Сергей и Балабекян Ашот. At match one, in weight category of 60 kg, are invited the athletes from Ukraine. Бобер Сергей и Балабекян Ашот. Внимание, судьи второго татами, пожалуйста, займите свое рабочее место. И компьютерная группа, пожалуйста, второго татами. Последнее, спокойно, все, на все.
Компьютерная группа второго татами, пожалуйста, подойдите и займите рабочее место. Это дворец спорта, не это, где речка Кузнабью стоит, а индивидуальный, где площадка нравится. А вот этот первый, получается, где лицевая сторона, с другой стороны заходишь, там будет служебный такой ступень, не видишь. Там зайдешь после кого, и все. Возьми два мешка, я тебе напишу, хорошо? Пожалуйста. Не, бери. На второй татами приглашаются спортсмены весовой категории до 66 килограммов. Абдул Джалилов, Абдулла, Россия. Левервере, Джаспер, Бельгия. Advanced in weight category in 66 kilos. I invite the athletes from Russian Federation, Абдул Джалилов, Абдулла, and from Belgium. На третий татами.